все. Итак, в этом ролике мы послушаем дорогу к произведению «Дон Кихот» на шахматной доске. Да? То есть, как Владимир, как ему пришла идея, то есть, с помощью... Посмотрим партию, которая привела к мыслям, да, определенным, ну, помогающим создать произведение искусства, да? Да. Я думаю, что партия главным толчком послужила все-таки. Поэтому посмотрим, именно ее. То есть мы на дебюте не будем заострять внимание. Белые так относительно неприхотливо разыграли его. Черные немножко опрометчиво сыграли Е6. И хотя это все известно в теории, но возникла позиция с небольшим перевесиком у белых. Ввиду того, что черную пешку c6 атаковать легче, чем сдвоенную пешку f3. Потом белый король отправился вперед. Партия получилась интересной и не безошибочной. После f6 белые допустили грубую ошибку. Ну, достаточно было... Стоп, виноват. Подпрыгнуло у меня. Достаточно было сыграть b4 и... Или, скажем, ладья c1, аккуратный ход сделать с идеей поставить ферзя на e4, вытеснить активного ферзя черных. И у белых, конечно, был бы неоспоримый перевес. Вместо этого преждевременная ферзь e4 позволила черным провести комбинацию небольшую. Ладья бьет b2, брать нельзя. И после король d3 ферзь бьет f2. Игра черных, я подозреваю, в первую очередь натолкнула на создание этюда. То есть черные ведут атаку на короля. То есть можно было взять на b2, наверное, там была бы как компенсация. Но ладья b8 тоже ход неплохой. Конь d1, ладья b3, король c4. И неожиданно выяснилось, что у черных висит ферзь, висит ладья. Но черные... Это неожиданность. Черные это... Мы его противника, оказывается, он посчитал. Да, черные это предвидели и заготовили очень красивый, задачный, этюдный удар. К их несчастью выяснилось, что... В общем, ферзь на b2 как раз вот в образе такого бесстрашного Дон Кихота оказался. Да? То есть он готов к самопожертвованию, но плодов это... Не дает. Белые отвлекают коня от атаки пункта c3. То есть поэтому нельзя брать. После конь бьет c7, черные просто остаются без качества в совершенно безнадежной позиции. Упорнее всего было король f8. И здесь у белых тоже находился такой красивый шах, отвлекающий ладью теперь от поля c3. То есть нельзя брать ладьей. Потому что после конь бьет b2 нет мата на c3. И белые снова остаются с подавляющим материальным перевесом. А после король e7 еще один такой шаг. И только теперь взятие ладьи. После чего охапка белых фигур должна без... Ну, пусть и с некоторыми проблемами. Ферзь у черных очень активный. Но должна вот эта толпа. Две ладьи, кони, куча пешек. Должна справиться с голым ферзем. Вот. В партии было король g6. Да, и да. Здесь белые просто очень быстро дали мат. Ладья g1 шах. Король h5, ферзь f7. Король h4, ладья g4. И черные сдались ввиду мата на h5. Что вот с этой партией связано? То есть что, раз она стала таким главным толчком? Я скажу, Роман, что эта партия главная в моей жизни на данный момент. Дело в том, что незадолго до этой партии, к сожалению, тут, конечно, грустное событие, у меня умер тренер Алексей Иванович Гуляев, царство ему небесное, 24 февраля. А эта партия была в конце апреля.
По-моему, в последнюю субботу или воскресенье апреля 2011 года. И садясь за эту партию с моим очень таким крепким противником, с которым у меня всегда очень такая напряженная борьба, это Андрей Кромкин, я мысленно посвятил эту партию своему тренеру. Мысленно. Единственный раз за всю свою историю, вот, когда я ни разу никогда такого у меня не было, что я кому-то посвящал. Ну, я почему-то посвятил. Ну, как почему-то? Потому что мой тренер, я уважаю всей душой, как говорится, и сердцем. И тут такое событие, я решил посвятить. Это совершенно точно, я говорю, без всякой, как говорится, не придумываю ничего. Когда я зевнул, ладья b2, я думаю, неужели же я настолько плохо играю в шахматы, что посвятил тренеру свою партию и проигрываю так бездарно. Хотя я изначально король, когда e2 сыграл, мне показалось, что я работал над позицией, значит, этюдом Дон Кихот, что король в центре, f3, пешка f3, e3 это его щит, d4 это его копье. Вот. Еще я хотел добиваться, чтобы у меня был рыцарь, а рыцарь я видел почему-то такого. Представим себе позицию ферзь d2, конь d1 и ладья d3, где ферзь d2 это рыцарь сам, Дон Кихот, скажем, да. Конь d1 это его конь, и ладья d3 это его оружие, доспехи и прочее, шлем там. И тут у меня, правда, не было рыцаря как такового в полной мере. Что-то похожее произошло. Да, надо сказать, что Андрей, конечно, смутил Андрея то, что он увидел красивый выигрыш, как ему показалось за себя, это мне на руку сыграло. Конечно, там был выигрыш очень простой. Вместо ферзь бьет f2, был ладья b3 шах. Сразу выиграл. Ну да, король d2 нету из-за конь c3, король d2 нету из-за ферзь f2, а на король c2 ладья c3 и съели коня. Да, совершенно тут же. Я еще подумал, сейчас сыграю король d3, получу ладья b3 и сдамся. Видимо, так провидение было суждено. Если бы это произошло, не произошла бы комбинация, вот это этюда не произошло. Видимо, я думаю, что Сервантес сыграл эту партию. Я немножко опережу события. Потому что сам дебют, вот d4, e3, слона c1 я заморозил несколько. Как раз могли в те времена играть, скажем, d4, d5, e3, потом c4. Это очень игра похожа на старинную игру такую. Раньше d4, d5, c4 вряд ли бы. Хотя могли тоже в духе королевского гамбита сыграть и ферзевый гамбит. Тоже могли, да. Надо еще сказать, что испанские шахматисты были несколько озадачены тем, что в 15 веке они проиграли матч итальянским шахматистам. Первый матч-турнир был при дворе короля Филиппа XV, ой, Филиппа II, извините, насколько я помню, в 15 веке. Испанские шахматисты очень крупно проиграли итальянским. Я думаю, Сервантес точно играл в шахматы, совершенно точно. Играл довольно хорошо. Я думаю, что у них запал, так сказать, какой-то вот запал этот оставался, как же так? И Сервантес, мне кажется, сыграл вот эту партию и пришел тоже в дальнейшем к этюду, который мы будем еще рассматривать. Ну, конечно, вот когда Андрей сказал, я ему сказал, что почему что не сыграл король f7, мне нужно было найти ферзь b8. Он сказал, я поступил глупо, конечно, надо было. Кстати, я не видел, что я выигрываю после, да, то, что я после короля f7, ферзь b8, я не видел за доску. Я думал, что я ничью делаю вечным шахом. Андрей это увидел. В общем, у Андрея почему-то все не склеилось именно потому, что он видел чего-то такого, что не надо было видеть. А Андрей увидел, что ферзь b8. Вот в чем дело. Поэтому он пошел король g5. Я думал, ну, слава богу, ничья, хоть я не опозорился со своим посвящением тренеру. Вот. Не позорно закончилась партия для меня. И то хорошо подумал. Ну, и не знаю, нашел бы я ферзь b8. Он говорит, да, надо было, конечно, сыграть король f8. Тем более у меня оставалось там 7 минут, было по 20 минут, контроль времени, быстрые шахматы.
20-минутка была. У меня оставалось 7 минут примерно. То есть еще, сколько я помню, да, около 7 минут, по-моему, оставалось. Я все время угробил, значит, практически, значит, там много времени угробил вот на поиск. Сдаваться, на раздумье, сдаваться или не сдаваться после ладья Б2, много времени ушло. Минут 10 точно ушло. И вот таким образом я быстро понял, что прошла и ключевая комбинация этюда Дон Кихот. Начал. В 11 году я сделал тут же этюд, который не самый основной, а близнец. В нем, значит, у белых лишняя ладья, но у черных на вид страшная атака. И все-таки белые выигрывают, отбиваются от атаки и выигрывают. Но то, что у белых уже лишняя ладья, это снижает качество этюда. Меня даже не это расстраивало, а то, что не выстраивается, как я думал, именно рыцарь, где я видел перец d2, скажем, ладья d3 и конь d1. Вот такой рыцарь нигде не выстраивался, ни за белых, ни за черных. Это меня больше всего напрягало. И только в 2015 году, в ноябре месяце, я нахожу, где уже поровну материал, этюд нахожу уже, и, значит, выстраивается рыцарь на четвертом ходу. Я понял, что работа близится к завершению. Так, ну... Можно вот... Вот это этюд, о нем мы поговорим в следующем ролике. Рекомендую зрителям решить его самостоятельно. Всем спасибо. До встречи. Рассказ про этюд по произведению Дон Кихот... Про произведение Мигеля Сервантеса де Сайаведры «Хитроумная Идальго Дон Кихот Ломаческий», по-моему, так называется оно полностью. Будет в следующем. Спасибо за внимание.